Европейский Союз продлит экономические санкции против Виктора Януковича и его соратников. Случится это уже на следующей неделе, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. В черных списках беглый экс-президент Украины и 15 человек из его окружения. Например, Николай Азаров, Виктор Пшонко, Виталий Захарченко и Сергей Курченко. Те, кто незаконно обогащался за счет госказны Украины. Санкции против них ввели еще в 2014-м. Послы стран ЕС подтверждают продление санкций на один год. Это решение стало довольно легким для Евросоюза, никто не был против. Состоялось очень короткое голосование. Санкции касаются экономики, но не свободы передвижения по Европе.